Макс Ньюс. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10:00 мы говорим вам «люблю» в нашей новой передаче «Люблю лайф». Life is good. На радио Болтком. И всем еще раз доброго утра, хорошего дня. Сегодня среда, серединочка недели, 13 мая. Не будем бояться этого. Хороший день, да. Инна Авина, главный редактор журнала «Люблю». Всем здравствуйте. Здравствуйте. И Олег Пеков с этой студии. Нам помогает Евгений Копеин. «Люблю лайф». Действительно большой, глянцевый, толстый журнал в наших руках. Да, да. Видишь, с красавицы на обложке. Нашей рижанкой Джуна Уотс. Это вот она, красавица, девушка наша на обложку, переехавшая в Москву. Интересно, там внутри много разных материалов. И мы подумали о том, что, ну, ситуация такая, какая есть, жизнь тоже такая, какая есть. Ну что, ну она же продолжается, тем не менее, да, и поэтому и журнал наш выходит, и пишем мы там о любви, о весне, о красоте, о том, что как изменилось. Естественно, не обходим мы и тему медицины, которая сейчас, ну, очень актуальна, так конечно. Уж получается, что очень актуальна. Но надо сказать, что и медицину можно рассматривать в разном ключе. Мы выбрали, на мой взгляд, такой очень интересный для толстого журнала, который можно читать в течение месяца, такой очень любопытный поворот исторический. И поскольку мы женский журнал, то, естественно, нам интересно посмотреть о том, как женщины пришли в медицину, что они там сделали, потому что сегодня женщина-медик воспринимается нами совершенно, ну, как, естественно, как небо, как море, там, как солнышко и так далее. Вот. А еще не так давно все было не так, и женщины в медицину прорывались иногда даже правдами-неправдами. Этот прекрасный материал, очень интересный, нам написала наша автор Алла Горбач, которую я очень люблю, с которой мы дружим много лет, общаемся, и которая сейчас находится в своем родном городе Минске, потому что, ну, вот такая ситуация, какая есть. И мы связываемся с Аллой по телефону, по скайпу, все средства связи доступны. И надеемся, что, ну, скорее рано, чем поздно, все-таки мы встретимся в нашей любимой Юрмале, в нашей любимой Риге, погуляем, обнимемся, и, в общем, все вернется на круги своя. Но пока, значит, спасибо вам, дорогая Алла, Алла согласилась принять участие в нашей передаче, и вот мы с ней можем поговорить о том, а как, собственно, жизнь в Минске? Вот у меня такой первый вопрос. Алла, как у вас там? Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Ну, у нас весна, и в этом году, вот говорят же, нет худа без добра. Весну я увидела гораздо больше, чем обычно, потому что у нас, в отличие от вас, нет тотального карантина, объявленного государством, и можно выходить. Но выходить некуда, потому что все в основном закрыто, да и сам боишься идти в толпы, поэтому мы ходим все свободное время по природе. По глухим лесам, по окрестностям Минска мы открыли много красивых парков, каких-то заповедников, озер. Всю жизнь здесь живем и не знали, что у нас есть такая красивая природа вокруг. Так что мы стараемся позитивно смотреть на ситуацию. Вот точно нет худа без добра, да? Вот так вот узнаешь свой город с другой стороны, да, видишь? Да, потому что обычно нет времени, всегда есть какие-то культурные события, какие работы, в конце концов, больше. Да. А здесь вот... Но, неожиданный ракурс пандемии. Но на природе нет ли такого, что когда большое количество людей устремляются отдохнуть где-то на травке, наоборот, вот возникают скопления людей уже прямо под каждым кустом располагается по семье. Шашлычники, да, вот, да. Эти вот, да? Во-первых, мы уезжаем подальше, во-вторых, у нас снег вчера шел, поэтому отдохнуть на травке не очень получается. В основном это прогулка спортивным шагом. Понятно. Алла, скажите, а на улицах в городе много народа? Ну вот в самом Минске гуляют ли, метро ли работает? Вот я не очень знаю подробности. Транспорт работает, метро работает. Что касается остальных учреждений, как государственных, так и частных, они действуют каждый по-своему.
Угу. В основном закрыто. Все крупные театры, концертные залы закрыты. Школы были закрыты до 20 апреля, сейчас они работают, но по желанию. Если родители не хотят отпускать детей, значит, они занимаются дистанционно. Угу. То же самое в университетах. Кафе, бары, многие закрыты, потому что просто никто не приходит. Вчера видела на баре объявление: мы закрыты, но не сломлены. Ну да, чувство юмора спасает. Народу не очень много. Выходные вообще улицы пустые в основном. Ну, в будни, конечно, больше, потому что кто-то все-таки ходит на работу. Велосипедистов много. Но есть ли такое вот ощущение, что люди все-таки дисциплинированные, потому что говорят о том, что очень зависит от характера, темперамента нации, что есть такие вот как итальянцы, которым там можно запрещать, но они вот считают, что есть запреты, но это как бы такие запреты. То есть вот пока не начнут штрафовать, там люди на эти запреты плюют. Да, и если мне очень хочется, я все равно пойду, мне надо. Да, а есть вот, например, там скандинавы, которые, ну, и обладают уже таким более нордическим характером и более как бы законопослушные, сказали соблюдать там дистанцию, и вот они сами, в принципе, себя контролируют. А белорусы где? Я бы сказала, что мы где-то посередине находимся. И вообще у белорусов есть такая поговорка: «Хавайся у бульбу». Это называют «прячься в картошку». Это еще, наверное, менталитет, сложившийся веками, когда через нашу территорию все время туда-сюда завоеватели ходили. Поэтому, чтобы выжить, надо было спрятаться. Поэтому, видимо, на каком-то генетическом уровне это до сих пор существует. Пусть даже не объявят в приказном порядке, а люди все равно на всякий случай спрячутся и самоизолируются. Да? Нет паники, не чувствуется в городе? Вот как вам, ну вот настроение? По разговорам знакомым, по какому-то общению, может быть? Очень зависит от людей. Угу. Я бы не сказала, что массово в обществе есть паника, но люди как, кто как. Мои родители, например, в панике, они уже 2 месяца не выходят из дома даже просто подышать воздухом, хотя это можно. Ну, они очень немолодые люди, 83-88, но на их же лестничной клетке живет такая же пара, которая выходит и гуляет. И уверенно говорит: а где же здесь заразишься, когда пустой сквер и пустая улица, и мы в маске? Ну, это звучит здраво. Да, звучит совершенно логично, действительно здраво. Наверное, характер, какие-то собственные представления. А медицинские учреждения работают? Вот у нас только-только вот сейчас начали оказывать, вот с сегодняшнего дня, например, стоматологические услуги. Только начали открываться клиники. Да, только вот с сегодняшнего дня. А как у вас? Одно время у нас стоматология была тоже открыта только для острой боли. Плановые услуги были запрещены, но они уже разрешены, наверное, дней 10 как. У нас очень многие больницы заранее, еще в марте, перепрофилировали под пациентов с ковид-инфекцией. И продолжают это делать. В принципе, вот я не медик, конечно, насколько я слышала от знакомых врачей, действует по плану эпидемиологической ситуации, которая когда-то была разработана еще в советское время, там был целый цикл действий, и заранее начали готовить больницы к такому наплыву пациентов. Может быть, это как-то улучшит ситуацию. Ну, судя по сводкам, по статистике, которая, ну, вот нам доступна, по крайней мере, в том числе и по вашей стране, ну, не происходит ничего такого выбивающегося из общей нормы, насколько вот я видела цифры, да? То есть Белоруссия вполне стабильна в смысле обстановки. Ну, если судить по статистике, то, конечно, такого обвала больных и летальных исходов, как в Италии, здесь и близко нет. Да-да-да. Надеюсь, что статистика более-менее отражает реальность. Ну вот мы о медицине заговорили, может быть, мы тогда перейдем к статье вашей, которая опубликована в «Люблю Лайф» в нашем журнале. Алла, вот скажите, когда вы, мы с вами обсуждали этот материал, да, мы вот с вами выбирали героинь,
Скажите, пожалуйста, как именно вот, вы вот произвели этот отбор? Да? Вот расскажите, может быть, буквально в двух словах тем, кто еще не читал, но, я надеюсь, пойдет в киоск, купит журнал и прочтет, кто наши героини и чем они вас зацепили, почему вы выбрали именно их? Ну, я всегда, когда героини или героев выбираю, подхожу с двумя критериями: яркая судьба и наличие призвания. Угу. Вот среди врачей и женщин, о которых я хотела написать, много ярких ученых, очень преданных своей профессии людей, но вот яркая судьба при этом такая со всех сторон интересная, она все-таки не так часто встречается, потому что многие, посвящая себя профессии, в сущности, кроме этого, ничего такого вот для статьи и не могут нас ничем заинтересовать. Путешествий нет, трагедии. Нет личной жизни какой, да? Сейчас не было трагедии, да. Понятно. Что-нибудь эдакое. Обязательно. Так вот, и читать вот эти три главных героини, вот они этим меня и привлекли, что это очень сильные личности, преданные своему делу, с явным призванием, при этом еще и жизнь у них необычная. Угу, угу. Ну и тут прямо, да, гусарская баллада буквально, вот можно сказать, да, с одним из персонажей. Да. Про доктора Джеймса Барри. Да. Это доктор. Да, у нас что-то. Вот Аллу прервала на полусловие. Нет, все, сейчас. А нет, все, погода вернула нам. Подзависли немножко. Слышно? Да, сейчас слышно. Да, 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 сейчас слышно, да, да, да. Об англичанке, англичанине, о докторе мы говорили. Который все считали мужчиной, а после смерти только выяснилось, что это была женщина. Что это была женщина, да. Самая, наверное, удивительная история такая, редкая. Причем выяснилось после смерти, что она была женщина, но поскольку она служила военным врачом и даже заняла самый высокий в военной медицине пост, то для военного начальства это было полным шоком, и документы засекретили на 100 лет. Угу. И доказан ее пол был только в 50-х годах 20 века уже историками, исследовавшими архивы. То есть засекретили, чтобы не дискредитировать, я так понимаю, да, упущение. Да, потому что получилось, что более полувека какая-то женщина, недопущенная в медицину, в принципе, а в военную медицину тем более, морочила голову целой британской армии. Да, и те не догадывались, кто скрывается под мундиром, а у нас там еще описаны разные любопытные, так сказать, подробности, и, в общем, личной жизни не обошла стороной, да, вот эту даму, и там были еще всякие разные... И дуэли разные, всевозможные. Да, чего там только не было. Потому что характер... Занущевый, она не боялась эпатировать, не сидела тихой мышкой, не дай бог разоблачат. Она жила очень активной жизнью. Угу. Уникальная история. Да. Ну и вторая наша героиня, мама антибиотика, можно так сказать, прекрасная российская врач Зинаида Ермольева. У нее, я так смотрю, что хватало сил на все, не только на медицину, но и на личную жизнь, и тоже такую бурную, и на события удивительные. Да, меня эта женщина потрясла прежде всего своим невероятным мужеством, потому что что греха таить, многие впадают в уныние. Вот если брать сегодняшнюю ситуацию, посмотришь Facebook, народ просто массово жалуется: у меня депрессия, у меня апатия, мне так тоскливо, мне так печально. А я пыталась стать на место этой героини, у которой любимый человек в концлагере и муж арестован второй, расстрелян, и ей при этом нужно было целыми днями работать, заниматься серьезными исследованиями, и она сохранила мужество не только этим заниматься, но еще и добиваться освобождения своего любимого человека, рискуя не только карьерой, но и в сущности своей жизнью. Это невероятная сила духа, это потрясающе. Да, в те времена за такие вот свои инициативы она сама могла бы оказаться за решеткой, в общем-то. Конечно.
И не оправдалось бы, и по статье там тоже было, вот вы описывали варианты, когда и на нее начинали косо смотреть и подозревать в том, что что-то не очень хорошее она делает, и исследования у нее какие-то подозрительные. Ну и вообще, мне кажется, в те времена, там 30-е, 40-е, 50-е годы, медицина была такой... сложной и опасной отраслью. Паранойя была дело очень... врачей начала 50-х. Вот, я о чем раз, и говорю. Да. Паранойя могла коснуться любого специалиста, что, чем бы он ни занимался. Абсолютно. Или он медикаменты делал. А какие именно медикаменты? Как они работают? Да, ведь там же целые исследования они проводили. Это было очень опасно. Да. Конечно, и ее первый муж, известный вирусолог, который сейчас считается основоположником советской вирусологии, первый свой арест заслужил за то, что в докладе на конференции рассказал о естественных причинах возникновения чумы в Нагорном Карабахе. А общая версия была, что это шпионы, вредительство. И его арестовали за сотрудничество с зарубежными агентами, за вредительство. Так что это было очень опасное отрасль вести исследование и говорить правду. Ага. То есть он назвал реальную причину возникновения? Усомнился в официальной версии, я понимаю. Да, что... да именно так. У него у самого очень яркая и необычная судьба, он тоже заслуживает отдельной статьи. Потому что это брат Вениамина Каверина, и вообще там столько... Да, ухож там сплетений. Там много переплетений, и судьба Зинаиды Ермольевой стала основой романа «Открытая книга» Вениамина Каверина. Угу. Я, кстати, тоже об этом подумала, что какие... Тогда люди испытывали эмоции, ну вот очень много, целый клубок, но вместе с тем у них было очень много силы, какой-то совершенно невероятной. Я вот даже не могу сейчас представить, да, я не знаю, да простят меня, так сказать, наши современники, но я не вижу вокруг себя людей, ученых, которые бы с такой страстью, с таким... прорывом и с такой невероятной силой шли вперед, несмотря ни на что, доказывая, вот скажем, свою идею, свое открытие, проводя его, да, не коммерциализируя свою деятельность, а именно вот, ну, оставаясь в рамках идеи и веры в свое открытие. Да, какой-то невероятный научный азарт и осознание, может быть, это пафосно звучит, но какой-то долго перед человечеством открыть это, исследовать, добиться результата. Да. Это вызывает восхищение. Когда я прочла о том, что Ермольева на себе испытывала, так, напомните мне, какая-то болезнь, чума была? Нет, что? Холероподобные вибрионы разных видов вызывают холеру, но на момент, когда она занималась этими исследованиями в 20-е годы, это было не очевидно. То есть четкой связи между причиной и следствием холеры не было, и она... исследовала холероподобный вибрион, живущий в воде, да. Но не была уверена, вызывает ли он болезнь. Чтобы это доказать, она выпила раствор воды с миллионом вибрионов и заболела классической холерой, и поэтому тут уже нечего было дальше доказывать. И этот светящийся холероподобный вибрион носит ее имя с тех пор. Мы так помним, и называется, что... вибрион Ермольевой. Петр Ильич Чайковский так вот выпил стакан сырой воды и вот от холеры и скончался. Да, да, да. Это был, кстати говоря, ее любимый композитор, и когда она читала описание его смерти, она была так потрясена еще в юности, что решила посвятить себя исследованиям холеры. Ну, это до определенной степени такая почти русская рулетка, вот такое испытание на себе, да, вот я читала, у меня аж как-то так мороз по коже, честно говоря. Нехорошо даже как-то, да. Но ей было всего лишь 24 года, юная девушка, которая, наверное, должна думать о любви, о романах, а она думает... Конечно. О науке, какая-то фанатичная преданность делала даже в таком юном возрасте. Вот удивительная история, совершенно потрясающая, вот, ну, приводящая просто в священный трепет. Вот я о чем вот и начала говорить.
какие у людей были мотивы, да, какая была вот невероятная энергия, вера в себя, и вот как бы пафосно, как вы говорите, не звучало, вот это вот горение такое вот, да, всю себя отдать науке, отдать исследованию, посвятить свою жизнь и как бы ни за что не держаться, ничего не жалеть, ставить опыты на себе, ведь... Ну, были наверняка какие-то еще возможности, скажем так, в мире медицины возможностей много каких угодно. Ну уж, наверное, да, я очень сомневаюсь, что сегодняшняя юная выпускница мединститута... Любой страны причем, да, что-нибудь бы, например, испытала на себя... Ну хорошо, мы переживаем сейчас тоже эпидемию, пандемию, ну вот COVID не могут победить, исследователи работают, лаборатории работают... Но время идет, кто знает, откроют вакцину, не откроют. Очень разные мнения, разная информация, чипирование, не чипирование. Слушайте, каких только ужасов не наслушаешься. Теории заговора там целые. Да, теории заговора, но вместо... О, да, это сейчас тоже стало очень популярно. И Билл Гейтс виноват, и вышки... 5G-вышки виноваты, да. 5G виноваты, да. Ну, что делать? Ну, а между тем, вот еще одна героиня, я понимаю, американка, которая прожила очень длинную, долгую жизнь, и самый удивительный факт, что оставила она, была на рабочем месте до 103 лет. Это что-то невероятное. То есть еще в 103 года она продолжала работать. И прожила она 114 лет, находясь в пятерке старейших людей мира. Это Лейла Денмарк, американская женщина-врач. Да, вот это, конечно, тоже поразительный факт, который, ну, вот мы все ругаемся, что на, там увеличивается срок пенсии там на... Да, да, да. Ой, уже за 60 продлили. Ну как же это возможно? Как же это же так негуманно. Человек до 103 лет отработал. Пожалуйста, по доброй воле. Она говорила, что чтобы быть счастливым, не надо... Нужно любить то, что ты делаешь. И я ни дня не работала, потому что я обожала то, чем я занимаюсь. Для меня работа была игрой. Это счастье найти, наверное, вот так себя, и каждый день, несмотря на трудности, даже если это отчасти фигура речи, безусловно, сложностей хватает на самой любимой работе. Мы тут вот все с вами присутствующие понимаем это, да, и я думаю, радиослушатели, которые нас слушают, конечно, есть люди, которые любят, обожают свое дело, но вместе с тем понимают, что бывают трудные дни. Безусловно, конечно, они были у этой прекрасной женщины, но с таким как бы юмором отнестись к этому всему, да, с таким оптимизмом, но это у меня вызывало чувство просто восхищения и восторга, когда я читала ее историю. А меня еще восхитил ее, так сказать, прагматичный подход к получению профессии и к своему браку, потому что она... изначально не думала о профессии врача, но выяснилось, что она не может быть рядом с любимым человеком, потому что туда, куда его направляют работать, не берут семьи. И тогда она не плакала, не сидела, как Алёнушка у окошка, неизвестно сколько лет ожидая, когда он оттуда вернется. Она просто пораскинула умом и решила, ага, значит, наверное, мне надо приобрести такую профессию, которая там тоже нужна. И вот так она стала педиатром. Да. И уехала туда с супругом. Любовь движет стены, стирает все препятствия с пути и воодушевляет человека на невероятные подвиги. Да, но и меня еще воодушевляет то, что когда говорят о долголетии, очень часто упоминают, что это, ну вот все зависит от генов, гены, дескать, если не было родителей долгожителей, то тогда, дескать, у тебя нет шансов, а в ее истории, вот ее семьи, мать умерла в 45 лет, отец за 60, то есть это как бы опровергает эту теорию и говорит о том, что все, в общем-то, не только в генах, но и в самом человеке. Правильно питаться, не унывать и любить то, что ты делаешь. Вот это все ее секреты долголетия.
при том, что ее жизнь тоже не назвать легких, там легкой и путешествия, и переезды, и, ну, не говоря уже о событиях. Климате в тяжелом, непривычном. Да. Да, ну и у нее тоже был стрессовый период, когда была эпидемия на коклюше, ее дочь заболела, в том числе коклюшем, а в 30-е годы, да, собственно, и позже эта болезнь часто была со смертельным исходом, но она вот так же точно, мужественно и ответственно и самоотверженно занималась научными исследованиями, в лаборатории работала и разрывалась между тяжело больным ребенком и своей работой, и все равно продолжала заниматься своим делом. Это потрясающе. Очень хочется верить мне лично в то, что где-нибудь в какой-нибудь лаборатории, я не знаю, в какой стране, в какой части света, живет какая-нибудь современная Зинаида Ермольева, которая... Ну вот-вот со дня на день найдет какое-нибудь средство борьбы с этим ковидом, и мир вздохнет с облегчением. И как-нибудь мы потом вот все-таки, может быть, узнаем, что же происходит на самом деле и с этим вирусом, и с этой ситуацией. Ну, потому что очень печально, когда вот ты сравниваешь действительно тех, кто отдавал жизнь за науку, там настолько самоотверженно отдавал себя своему любимому делу, и читаешь о том, как вот сейчас, например, люди, которым написали что-нибудь нехорошее в комментарии в Фейсбуке, впадают уже в депрессию и бегут к психологу и говорят, что у них там полностью травма. У них травма. А тут вот там муж... Это забавно, конечно, на фоне таких историй, таких биографий невероятных. Ну, говорят же, большое видится на расстоянии. Наверное, когда Ермолева работала в лаборатории, пресса тоже и общество не были в курсе, что она там делает, и глотает она вибрион или просто бумажки перебирает. Может быть, я надеюсь, действительно кто-то сейчас есть где-то в какой-то лаборатории мира, увлеченный своим делом, кто что-то делает нужное сейчас и то, что приведет к результату. У меня, как у историка с историческим образованием, сразу же вопрос, вот любимый вопрос, который мы задавали на научных кружках, каков ваш круг источников вашей работы? Вот насколько пришлось перекопать, пересмотреть, прочитать вот для того, чтобы найти информацию об этих людях? Перекопать пришлось довольно много, потому что зачастую открытые источники информации друг друга дублируют. Кто-то один написал, и все остальные у него просто перепечатывают, и тексты вроде бы источников на самом деле много, но когда открываешь, тексты одни и те же. Поэтому я старалась смотреть научные публикации. Следов в научной литературе много, естественно, у этих ученых. Ну, у Джеймса Барри, поскольку он жил слишком давно, поменьше, а вот у Лейлы Денмарк и Зинаиды Ермольевой оставили много следов в научных журналах, в околонаучной литературе. Я всю информацию о них сверяла именно там. Что касается Джеймса Барри, то я почитала англоязычные источники, потому что было довольно много противоречий в тех заметках, что были о нем в русскоязычной литературе, опять же, примерно одни и те же, чтобы сверить, насколько все это соответствует документам историческим. А вот так, что, в общем, иногда подготовка к такой статье занимает больше времени, чем сама статья. Это как правило. Мне кажется, когда речь идет об исторических материалах, конечно, подготовка очень большая, очень серьезная. А скажите, Алла, когда вы читали англоязычные источники, вы какое настроение уловили? Вот как сами британцы сейчас относятся вот к этой легенде, какое место занимает этот, ну, какое настроение у них по отношению к нему? Ну, у меня сложилось такое впечатление, что они очень гордятся этим, потому что есть еще один персонаж, не вошедший в эту статью, она считается
первой в мире профессиональной медсестрой Флорис Найтингейл. Да. Она тоже британка, англичанка. И получается, что Великобритания оказалась впереди планеты всей. Первый хирург, да, женщина, первая профессиональная медсестра женщина оказались родом из Великобритании. И у меня такое впечатление, что для них это важно, это какой-то престиж. Хотя Флоренс Найтингейл все равно упоминается в этой статье, вот как раз в связи с Джеймсом Барри. Да, что, да. Они пересекались в крымской кампании. Да, угу. Да, и он там ее распекал. И, кстати говоря, англоязычный источник пишет, что никто не мог понять его неожиданную вспышку ярости и то, насколько сильно он вспылил, распекая медсестру. Угу. И только потом они прокомментировали, что, понятно, это были разборки двух женщин. Понятно, но насколько я помню историю Флоренс, она была из очень такой высокородной аристократической семьи. Да, богатой семьи. Вот я правильно помню, и это был, да, и это был какой-то невероятный скандал, что девушка с такой фамилией и из семьи, на нее были планы о том, что она удачно выйдет замуж и вообще как-то вот будет далее двигаться по такой классической женской ролевой модели, вдруг совершила какой-то эпатирующий и общество, и семью поступок, да, когда она сказала: «Я буду медсестрой, сиделкой». Насколько я понимаю, там вот какие-то основы паллиатив ухода, еще что-то. Их не было в природе до того, как она вообще появилась, это Флоренс со своими этими всеми идеями о том, что это важно. У нее было системное представление о том, как надо выхаживать больных и раненых. Очень много вещей, связанных с гигиеной, с санитарией, с устройством дежурств. Mm-hmm. Она потом создала свою школу медсестер, и женщины, закончившие эту школу, потом создавали свои обучающие школы. Она сделала очень много для медицины. И у нее была попытка создать семью, и даже не просто создать, а с любимым человеком. Но они уже готовились к свадьбе, но когда он поставил ей условие оставить профессию, она отказалась не от профессии, а от семейной жизни. Да, хотя вот я вспоминаю, в одной из книг упоминалось, что насколько все-таки вот медицина 19 века отличается от нашей привычной, насколько там не было, не было анестезии, операции. Кстати, если вдуматься, операции совершались вообще там, была даже такая практика, что хирурги устраивали из этого шоу, то есть вот оперируют человека на глазах просто у публики, чтобы показать, насколько он ловкий, оперировали на время. То есть там хирург еще торопился, скорее там резал пациента. Условно, чтобы на двух столах, чтобы успеть быстрее. И, в общем, из этого устраивали шоу. То есть, если вдуматься, насколько ужасной была судьба человека, который оказывался на операционном столе. Боже упаси, вообще к такому хирургу. Ну, смотрите, тогда же не задумывались о ценности жизни каждого человека. Все-таки гуманистическое общество – это не такая уж давняя история, будем откровенны, да? И то, что сейчас просто это очень концентрировано, медицина, которая борется за жизнь, скажем, каждого рожденного младенца. Давайте посмотрим, даже 100 лет назад не было такого трепета по отношению к педиатрии. В принципе, мне кажется, это направление-то, оно сформировалось в 20 веке, да, еще даже в 19 веке никакой педиатрии такой в широком смысле не было. И то, что вот вы, Алла, написали в нашей статье об этой американке, она же тоже была во многом революционером дамой, да, которая вот так относилась к детской медицине. Да, и она написала две книжки, излагала там свои взгляды на то, как вырастить здорового ребенка, давала советы, может быть, некоторые сейчас вызвали бы споры
например, категорический отказ от пустышки. Хотите вы жевать резину? Спрашивала она, я нет. Но некоторые советы были очень здравые. Она, скажем, первая упомянула о том, что пассивное курение очень вредно для детей. На тот момент об этом никто не задумывался, особенно для девочек, потому что это на их сердечно-сосудистую систему влияет. А ведь в то время курили вообще массово, и при детях курили, это не считалось нехорошим. А сейчас это, по-моему, только ленивый не знает, что если уж куришь, то хотя бы не при ребенке. Да, да. Угу. Я вспоминаю, кстати, вот фильмы, да, 50-х годов, там прямо можно увидеть кадры, когда мамаша с ребенком идет и дымит сигаретами. Да и с коляской. Там, да, с коляской. И коляску ведет, да, и курит прямо над коляской. Очень многое изменилось, хотя прошло всего ничего времени, но именно последний, да, вот вторая половина 20 века, мне кажется, дала концентрированный такой скачок, да, вот, очень серьезный. А если мы говорим о медицине 19 века, да, в историческом аспекте, то там, конечно, много чудесных разных вещей, которые приводят в ужас, как ты, Олег, уже и сказал, все эти вот картинки анатомических театров и прочие ужасы. То есть мы видим... Кстати, Джеймс Барри, женщина-мужчина-хирург, мог бы ограничить свою деятельность только операциями, но он еще остался в истории как большой гуманист, потому что он очень много внимания уделял гигиене и медицинскому обслуживанию, скажем так, отбросов общества, на кого вообще внимания в этом плане не обращали. Заключенных, нищих, жителей глухих деревенек. Он организовал доставку туда лекарств, он очень много делал для того, чтобы условия содержания в казармах, в лазаретах изменились. Mm-hmm. Он считается человеком, который ценил человеческую жизнь намного больше, чем окружающие его врачи, которые только считали, что провел операцию, человек вышел и до свидания. Он как-то более глобально мыслил, я бы сказала. Ну, если вспомнить о том, что открытие того, что хирург, в принципе, перед операцией должен мыть руки, и что это сразу уменьшило в 5 раз смертность больных после операции. То есть это, конечно, говорит о том, что качество вот жизни нашей очень сильно изменилось за последние 100-150 лет. Да, должны ценить, пожалуй. Но, с другой стороны, нам вот сейчас смешно, то, что хирурги руки не мыли. Но, дорогие друзья, давайте подумаем о том, что сколько мемов сейчас разошлось в интернетах, что медицина не может нам, по сути дела, предложить сейчас ничего более глобального, чем постоянное мытье рук. Мы в 21 веке, друзья. Вы знаете, моя знакомая доктор сказала, что в нашей инфекционной больнице, которая сейчас перепрофилирована исключительно под коронавирусную инфекцию, практически нет поступлений с другими видами заболеваний. Кишечные инфекции резко сократились. Она это объясняет тем, что люди стали тщательно и часто мыть руки, и поэтому резко улучшилась в других вопросах эпидемиологическая обстановка. Слушайте, ну вот нет худа без добра. Да. По крайней мере, может, в 21 веке люди все-таки под угрозой жизни, буквально, все-таки они будут доходить до умывальника с мылом и мыть эти руки и пользоваться дезинфекторами. Это станет привычкой хорошей. Ну, у детей так точно. Вот я просто убеждена, потому что те дети, которые, ну, вот в активной, скажем, вот сейчас такой вот подростковом, может быть, возрасте находятся, они точно вырастут вот с этим паттерном в голове. Мыть руки в любой ситуации, начиная с того, что мой руки. Это хорошее. У нас по Минску стоят гигантские плакаты, на них написано «Мой руки, Минск». Ну, если уж вспоминать, я помню, что очень расходились по интернету плакаты 20-х годов, когда тоже, ведь вот в Советском Союзе как раз-таки мытье рук стало повсеместным, то есть людям впервые объяснили, что помыв руки... Что это вообще-то что нужно, да, нужно и важно. Здравствуйте, добрый день. Алло, говорите, пожалуйста.
Был звонок, но вот непонятно, почему что-то не соединилось. Сорвался. Ну, может быть, еще позвонят. Да. Если вдруг, вот у нас буквально считанные минуточки до конца программы 67212-93-9, 67213-93-9. Здравствуйте. Попытка номер два. Добрый день. Добрый день. Надо вспомнить обязательно мультфильм «Мой Дадыр». Вспомнили, да? Вспомнили, да. Вот. Ну, а очень важный момент. Почему никто ни о чем не говорит, что вот сколько людей умирает сейчас не от коронавируса? Есть такая вообще статистика или нет? Инфаркты, инсульты и прочее, прочее. Вот как-то об этом все сейчас молчат. Спасибо. Ну, я понимаю, что все равно статистика ведется, сколько человек умирает от других причин. Да, есть в сети, в доступе статистика. Просто если слушатель связывает инфаркты, инсульты, ну, то есть смерть от переживаний или каким-то образом, ну, увязывая эту ситуацию с пандемией, я думаю, такая статистика может появиться позже, когда мир уже немножечко вздохнет и начнет анализировать ситуацию. Ну, вот у меня есть такая идея, что эта ситуация все-таки будет подвергнута очень тщательному анализу, конечно, ее будут изучать, но немного позже. Вот как Алла справедливо сказала в начале нашего разговора, то, что необходимо время, большое видится на расстоянии, надо немножко выйти из этой ситуации, а мы в эпицентре, для того, чтобы увидеть, что было сделано правильно, неправильно, какие предпринимались там усилия и куда нас в итоге привело. Но будем надеяться, что выведет нас это к чему-то. Вот урок мы пройдем этот не зря, к чему-то такому вот правильному и грамотному, мне так кажется. Как шутят, следующая тема следующей пандемии – поворотники. Алла, огромное вам спасибо за то, что вышли на связь. Очень приятно повидаться. И очень надеемся, что мы вскоре встретимся все в Риге, у нас здесь, обнимемся, как в доэпохальное, докоронавирусное время. И все да, будет у нас. Спасибо, что вы пригласили меня на эту передачу. Это был очень интересный опыт. И я тоже очень хотела бы, чтобы все это перешло не в виртуальное, а в реальное общение. Спасибо, что у нас существует возможность виртуального общения, но все-таки хотелось бы приехать, увидеться, смотреть глаза в глаза, да, обняться и увидеть Балтику летом без болезней, на позитиве, с улыбками. Спасибо большое. До встречи, до свидания. Спасибо, до свидания. Здоровья вам.